Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. О, очень приятно. Мы вас ждем. Да. Значит так. Значит так. О, Владимир по-украински. Да. Значит так. Те, кто переживает за вас, кто остался в Украине, Катя, ваша подруга из Донецка. Да, спасибо. Вот она сейчас там. Да, да, да. Вот, и от лица тех, кто находится в Финляндии, украинцев, не только украинцев, поздравляем вас с днём рождения. Да, спасибо большое. Гамма позиции уже на сейчас буквально, вот пока сейчас самый лучший момент, два слова. Как вас видел в Финляндии? Удивительно хорошо. Я из Харькова, вот. Вы давно приехали? Я сегодня 10 назад примерно приехала. Так, а как, в двух словах, если как вас в Финляндии встретила? Финляндия очень приятна на самом деле. Мы со мной договорились, я приехала по обучению, вот, и специально сделали эту программу для украинцев, расширили, то есть обычно она не действовала. Постоянно на связи со всеми, и с родителями, и с близкими, и с друзьями, то есть как вот с момента всех этих событий достаточно как-то. Как, если одним приложением прописать чувство человека, который уже два раза сбегал от русского мира. Даже. Все это было в 14-м. Да, было в 14-м. Пришлось уехать. И опять пришлось уехать. Как люди относятся к вам? Люди прекрасно относятся с пониманием, насколько все могут, насколько в ситуации. Людям очень сложно найти какие-то вопросы. Ну, что там вообще говорить людям, которые приехали, потому что это очень тяжело. Но это есть и плюс в этом, потому что когда я уже ехала сюда и приехала сюда, то есть такого не было, такой потерянности, как в 14-м году, когда ты уезжал и ты не знал, куда, что, как организовать быт, как организовать жизнь. А здесь ты уже был более или менее подкован, настроен в плане того, что ты знал, как тебе выжить, как тебе собраться, куда ориентироваться, к кому обращаться и не стесняться обращаться за помощью. Сейчас вот со многими уже сталкивался, кто с Украины приезжает, и говорят, что и дети сами говорят, очень-очень хотим домой. Вот. Объясняешь, что сейчас вот точно нельзя, вот чуть-чуть еще подождите, но говорят, очень-очень тяжело сейчас. Это у вас есть такое ощущение, что... Мне вообще, программа частично дорочна до августа, и я даже изначально, когда ехала, очень хотелось уезжать. Я ехала через Польшу, ребята меня поселили в Познане, я жила у моих близких родственников. Так что я ехала с двумя собаками, и это всегда сложно. Это даже сложнее, чем с детьми, с собаками. То есть всегда принимают сложнее какие-то собаки. И они вообще говорили, если тебе что-то нужно, пожалуйста, не стесняйся. Вы разговариваете украинскую? Я разговариваю украинскую. У меня две мовы было. Российская и украинская, я из Днепра. И потому что я народилась в 65-м году. И я ходила в России, на российском городе. Але я пам'ятаю. Я живу в квартире, финка мне предоставила бесплатную квартиру. Я живу в нее, и она приняла самое парадоксальное, всегда проблема, я же выбирается все собака. Она вообще сказала, не проблема. У вас остался кто-то сейчас в Украине? У меня брат там. Брат? В Днепре. Вот представьте, что он это смотрит. Что бы вы ему хотели сказать? Мое сердце из Украины. Да, я живу, и она, если тебе нужно общение, если ты там хочешь куда-то сходить, обязательно не молчи, говори. То есть финнам большой плюсик. В 14-м году я такая, когда об этом узнаешь, то нужно. Да за что? Опять те же грабли. А когда тут через две недели назад были новости о том, что Россия подтягивает границу Финляндии войска, я думаю, надо же было проехать 3000 километров, чтобы оказаться в такой же ситуации. Все тимчасово. Треба трошки тримайтеся, да все буде добре. Все будет дома. Послушайте, я до последнего не верила в Киеве. Вот все эти разговоры. Да не может быть, 21 век. Какая война? О чем речь? На Киев? Куда? На Украину? Европейское государство. Ранний подъем и телефон как следует.
близкие там остались? Ну, бабушка, дедушка, папа. Так. Все хорошо? Да, извините. Это все хорошо, все хорошо. Сейчас весь мир помогает. Это не 14 уже год, уже все, все. Сейчас это уже все, уже все будет по-другому. Уже все будет лучше. Сейчас чуть-чуть еще надо продержаться. Сегодня чуть-чуть. И что хочется, как бы сдам. Хотите близким что-нибудь сказать? Thank you.
Іван Пухханий, Україноста. Я тосі рака сомі, тосі хіва со маланін, як сі. It's so beautiful. Thank you very much. I really had to learn by heart because I only knew Russian before, so it was the pronunciation is very different. So yeah. I listened to many different, you know, singers, so it was very hard. But it was very cool. So. Thank you. I just saw this is your Ukrainian, and you know, because you have very good pronounce. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. And I really trained hard for it. I really did. Хитус Петрус, хитус Павин.